Проведены демонтаж-монтаж электриком. На финишной прямой малярные работы. Скоро начнут выкладывать плитку. В Ульяновской областной детской клинической больнице капитально ремонтируют отделение травматологии и ортопедии. Ремонт данного отделения имеет огромное стратегическое значение, поскольку через это отделение за год проходит около 1300 пациентов. Это пациенты с тяжелыми травмами и с травмами средней степени тяжести. Также это отделение оказывает плановую помощь детям с различными врожденными и приобретенными ортопедическими заболеваниями. Закончить ремонт планируют к середине июля. А пока все пациенты с травмами пребывают в другом крыле медучреждения. В прошлом году в больнице новыми красками заиграло онкологическое отделение, где сейчас пребывают 25 юных пациентов. В похожем ярком стиле сделают коридоры и палаты травматологии. Дизайн будет в детском стиле, скажем так, будет весьма так интересно. И для детей, которые будут здесь, будет повеселее, скажем так, уж я не знаю, пребывание здесь как-то скрасит. Будет красивая цветная плитка, в первую очередь, будут фотообои в детском стиле, то есть какие-то рисунки детские будут. Здесь также полностью обновят офисную медицинскую мебель, закупят новое оборудование при травмах костно-мышечной системы. Ставка на малоинвазивность. Планируется закупка такого оборудования, которое позволит быстрее и качественнее выполнять операции, поскольку все современные методики рассчитаны именно на малоинвазивность, рассчитаны на новые расходные материалы, такие, которые не было в предыдущие годы. Соответственно, это ускорит процесс восстановления детей в послеоперационном периоде. Всего на ремонт отделения заложено почти 16,5 миллионов рублей. В следующем году в больнице приступит к реставрации педиатрического и глазного отделений. Работы входят в программу нацпроекта здравоохранения. Рената Люлова, Герман Баранов, Улправда ТВ.